Здравствуй, наш дорогой зритель! В эфире международная компания REST Property, застройщик и лучшее в Турции агентство по продаже недвижимости. Как мы получили это звание, узнаете после этого ролика, пройдя по ссылке в описании. А мы представим вашему вниманию видовые трехкомнатные апартаменты, расположившиеся в популярном среди иностранцев районе Махмутлар. Я расскажу вам о нем вкратце, после ролика посмотрите отдельное видео о районе, ссылка опять же в описании. Район Махмутлар находится в 10 минутах езды от центра Алании. Течение жизни в нем не прекращается круглый год, а по степени развитости инфраструктуры он уже может посоревноваться с центром Алании. К тому же в нем самый большой процент русскоговорящего населения, а значит по приезду сюда вы автоматически становитесь своим. Именно поэтому многие наши клиенты выбирают именно Махмутлар как свой второй дом. Комплекс был построен в 2020 году на расстоянии всего 500 метров от Средиземного моря и 300 метров от центра района. Он имеет высоту в 12 этажей, а на его охраняемой территории, которая находится под круглосуточным видеонаблюдением, вас ждет летний переливной и детский бассейн, открытая парковка, электрогенератор. Внутри блока находится зимний бассейн с подогревом, турецкий хамам, римская парная, финская сауна. При этом айдат составляет скромные 20 евро в месяц. Апартаменты расположились на высоком 10 этаже, имеют планировку 2+1 и площадь брутто 115 квадратных метров. Эти апартаменты придутся по душе тем, кто привык к большим коридорам. Здесь он как раз такой. В нем находится видеодомофон, электрический щиток справа от входа. Расположилась ванная комната, полностью оборудована сантехникой, конечно же, и стиральная машина. Слева находится удобный большой трильяж с зеркалом. Прямо передо мной спальня. Детская или гостевая, на ваше усмотрение. В ней установлены две кровати, вместительный шкаф-купе. Кровати, кстати, при желании можно объединить в одну большую. Слева же от входа находится хозяйская спальня. Она больше по площади, чем предыдущая. И она имеет свою личную ванную комнату. Также здесь расположилась двуспальная кровать и вместительный шкаф-купе. Обе спальни объединены общим балконом, который смотрит на запад. И с него открывается действительно хороший вид на Дорожские горы и Средиземное море. Третья, самая большая и самая функциональная комната апартаментов – это салон. Кухня американского типа, совмещенная с гостиной. Собственник обрел здесь уютное место для отдыха в кругу семьи, осталось приобрести только телевизор. Ну а если к вам приехали гости, то эти диваны с легкостью раскладываются и превращаются в дополнительные спальные места. Дальше находится обеденная зона на 6 человек и место для приготовления пищи. Угловой гарнитур с гранитной столешницей и полным комплектом бытовой техники от турецких производителей. Холодильник, посудомоечная машина, духовка, газовая плита и вытяжка. И из гостиной есть выход на террасу, она больше по площади, чем балкон в спальнях. Здесь нашел свое место внешний блок от кондиционера, а за счет высокого расположения шум от машин не так слышен. Ну а что касается видов, то они аналогичны тем, которые открываются с другого балкона. А чтобы ваш переезд в Аланию был комфортным и легким, собственник решил оставить всю дизайнерскую мебель высокого качества и всю бытовую технику бесплатно новым владельцам. Ну а по вопросам подключения интернета, оплаты счетов, айдата и изменений внутреннего интерьера вам поможет наш послепродажный сервис. И еще. Такие просторные апартаменты, расположенные в новом комплексе с неплохой инфраструктурой на небольшом удалении от моря, будут пользоваться спросом у арендаторов, если вы решите получать пассивный доход от сдачи в аренду. Что касается внутренней отделки, то на полах лежит керамическая плитка, стены покрашены, потолок подвесной с комбинированным точечным и LED-освещением, установлены входные межкомнатные двери, розетки, выключатели, а также панорамные окна и кондиционер в салоне. А чтобы связаться с нашими менеджерами, заказать бесплатный ознакомительный тур, онлайн-просмотр или совершить покупку онлайн, заходите на наш сайт restproperty.ru. Там же вы найдете еще больше информации о данном предложении. Номер объекта на сайте 8665. Ну а актуальная стоимость данных апартаментов составляет 77 тысяч евро. В свою очередь компания REST Property дает гарантию лучшей цены на рынке турецкой недвижимости. Мы не берем процент с покупателей, именно поэтому наши клиенты всегда покупают хорошую недвижимость без переплат. А если же вы всегда мечтали сами построить дом, отель или ЖК на первой береговой линии или поближе к горам, то мы также оказываем услуги по застройке объекта недвижимости по эксклюзивным проектам заказчика. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и жмите на
колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых интересных и выгодных предложений. До встречи, друзья, в Алании!